Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и это короткое видео я снимаю по просьбе своих подписчиков ВКонтакте и в Инстаграме. Как вы видели, я сейчас провожу акцию о продаже с 70% скидкой блока на все дистанционные материалы, которые у меня существуют. И меня ребята попросили рассказать о том, что это, потому что одинаковые вопросы, как получить, как заказать, а мне поможет, а для кого это, а что для меня. Итак, я хочу вам коротко рассказать о том, что какая возможность у вас есть. Смотрите, если у вас на сегодняшний день есть панические атаки, есть агорафобия, есть какие-то другие вегетативные состояния, вы так называемый новичок, то в этом блоке, который я вам вышлю, там есть два больших вебинара, которые есть в свободном доступе, но чтобы вы их не искали по YouTube, я вам их включу в этот блок. Эти материалы примерно 6 часов объемом с практическими упражнениями для работы с панической атакой, для работы с вегетососудистыми симптомами, для работы с агорафобией. 6 часов практического материала и образовательного материала вам хватит для того, чтобы понять новичку, что такое ВСД, как избавиться от панических атак, какие есть упражнения, как выстраивается технология работы с агорафобией и так далее. Следующее. Но этот материал, вот этот блок, в основном сделан для тех людей, которых уже нет панических атак, которые поняли, что такое ВСД, которые научились ходить самостоятельно, но у них есть эмоциональные, вегетативные и прочие эмоциональные состояния. Они не могут ко мне прийти, потому что по финансовому вопросу им дорого оплачивать персональные занятия, или они не успевают, или им приходится ждать места. Поэтому у них есть такая замечательная возможность обучиться когнитивно-поведенческой терапии, используя вот эти материалы. Итак, что есть в этом блоке? Блок состоит из 5 основных больших уроков. Первый урок состоит из 2 частей. Это когнитивно-поведенческая терапия. Это общее введение в когнитивно-поведенческую терапию. И это практическое ведение дневников, таблиц, где мы анализируем мысли, анализируем их рациональные изменения, анализируем искажения, трансформируем в рациональный ответ. И там есть практика ведения таблиц и дневников, как это надо. Все это в видеоформате разжевано, подобрано. Второй урок – это работа над ошибками уже ведения этих самых таблиц, где я опять же отвечаю на то, почему иногда вы не верите в то, что вы пишете, как правильно все-таки выявить автоматические мысли, как правильно сформулировать рациональный ответ, какие основные ошибки встречаются у клиентов, которые уже работают в когнитивно-поведенческой терапии. Третий урок называется... Сейчас я уточню, чтобы вас не сбить. Третий урок называется «Работа с самооценкой». Это 3-часовой урок для тех, кто уже понимает с помощью когнитивной терапии, что именно заниженная самооценка как у мужчины, так и у женщины влияет на его поведение. Ну, чтобы не показаться плохим, я буду. Или чтобы не показаться плохим, только бы не. И все эти аспекты как раз объяснены в этом самом вебинаре. 4-й урок называется тот самый пресловутый внутренний конфликт. Из чего он состоит, как он выглядит, и самое главное, как когнитивно-поведенческая психотерапия применяется к решению внутренних конфликтов. Этот вебинар очень закрытый, но я его включил в этот блок. Я вам очень рекомендую на нем сосредоточиться и не пропустить. Там разобраны истерические, неврастенические и ОКР-конфликты. И о том, как преломляется когнитивная терапия к решению данного типа внутренних проблем. И это глубокая психотерапия неврозов в широком понимании этого смысла слова. И последний, 5-й урок – это сексуальные аспекты в паре между мужчиной и женщиной. Неважно, сколько вам лет, вы в браке или вы только встречаетесь. Какие бывают проблемы, какие бывают недосказанности, какие бывают сексуальные вопросы. И почему мы расстаемся, и как этого не делать, как синхронно развиваться, чтобы пара не расставалась и так далее. Это такой уже 5-й бонусный, уже личностный что ли момент, хотя многие неврозы будут иметь корни именно в сексуальных аспектах и взаимодействии между полами в отношениях. Ну, например, девушка не может сказать что-то парню, или она не может принять решение, или еще что-то. Поэтому все 5 уроков архиважны. Примерно 20 часов видеоуроков с практикой. 70% скидка, потому что меня замучили уже об этом просить. Я уже эту скидку делал,
Многие не успели оплатить, поэтому последний раз рассказываю. Ребят, я вас очень прошу, только не мучайте меня больше этими вопросами. Это электронная версия. Вам придет все на электронную почту. Никуда ехать не надо. Никаких заказов оформлять не надо. Единственное, что вам надо сделать, это зайти на сайт безневроза.тв, на главную страницу, нажать ссылочку на оплату, что многие люди не могут понять, как оплачивать в 2016 году. Оплата идет кредитными картами через интернет, как обычный интернет-магазин, где вы заходите, формируете заказ, потом формируете оплатить заказ, выбираете карту Visa MasterCard, оплачиваете картой Visa MasterCard, и вам в течение 2-3 часов или даже сразу приходит письмо на электронный ящик со всеми ссылками на все материалы. Вот и все. Весь блок и все, что я вам перечислил, стоит 18 тысяч. Но с 70% скидкой он стоит 5 тысяч. Не 18, а 5. 5 тысяч рублей – это 1 час профессионального консультанта в Москве или 2 часа моей работы по скайпу. Здесь же такой объем материала, что я вам за 20 часов все это не расскажу. Смотрите, сколько вы экономите денег. Также хочу сакцентировать ваше внимание. Если вы говорите: «Леша, я хочу попасть к тебе лично на консультацию», «Леша, я хочу заниматься с тобой в группе», отлично, скоро набор в новые группы, следите за новостями. У меня есть место на личной консультации по скайпу, подавайте заявки. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что если ты хочешь заниматься самим неврозом, но ты хотя бы вот эти базовые вещи по стрессоустойчивости, по когнитивной терапии, поведению дневников не посмотришь, мне придется потратить 3-4 часа твоего времени и твоих денег на то, чтобы объяснить то, что я тебе и так уже снял, и тебе надо просто это посмотреть. То есть, грубо говоря, платя 5000 рублей, ты экономишь примерно 1030 только на том, что я тебе не буду больше это объяснять, а ты уже это понял, структурировал, написал, технологично попробовал и придешь ко мне на занятие уже исправлять практические ошибки. Вот и все. Поэтому то, что я вам предлагаю, это подойдет как новичкам, так и тем, кто не хочет или не может со мной заниматься, и тем, кто хочет и будет со мной заниматься, для того, чтобы наши занятия сэкономили вам деньги, время и, самое главное, были максимально полезными. Если у вас есть вопросы еще какие-то, задавайте в комментариях. Пожалуйста, пользуйтесь. Я не думаю, что эта акция продлится долго, поэтому, пожалуйста, я бы это не рекомендовал, если бы я не был уверен в том, что если вы будете пользоваться тем материалом, который вы получили, вы получите гарантированно отличные результаты. Желаю вам успехов. Увидимся на занятиях. Пока.